профессионалы не верят, что это делали студенты. И они просто говорят, ну а как может быть, 20-летние люди, которые не знают, что такое война, и вот так проникнуть в тему. Но на самом деле это не совсем правильно, что они не знают, что такое война. К сожалению, нас война продолжает, не эта война, но вообще война продолжает нас, так сказать, преследовать, к сожалению, в тех или иных регионах. Поэтому они прекрасно знают, что война – это не самый лучший способ людей договариваться друг с другом. И более того, это самый худший способ. И на самом деле, что замечательно, когда я эту тему давал ребятам, я, конечно, переживал, потому что я тоже так думал, что они не сумеют. Но мы очень долго обсуждали, что такое война. Мы вспоминали фильмы, ну, типа фильмов «А зори здесь тихие». Потрясающее совершенно кино, я уже не говорю о произведении литературном. Поэтому на самом деле были разговоры и были размышления на эту тему. Но, скажем, вот плакат «Люблю ЗПТ, война, скоро вернусь», когда мне девочка приносит эскиз, я ее спрашиваю: «Слушай, как ты сумел до этого догадаться?» Она говорит: «А я с бабушкой разговаривала». То есть это на самом деле никому не известно, откуда придет тема. Вокруг канона все, да? Родина-мать. Дело все в том, что во время войны, а это было сделано в первые дни войны, кстати, это было сделано скульптором, большинство этого не знает, даже профессионалы-художники этого не знают. Вот, Таидзе был скульптор, вот, и очень серьезный скульптор, и тем не менее он сделал прекрасный плакат. Опять же, знак, система. Во время войны была... Постоянно решалась тема о войне: убей, не дай, освободи. То есть все время настрой шел на то, чтобы подавить противника. И это естественно, потому что на войне как на войне. Но сегодня ребята молодые, они о другом говорят. Они говорят о том, что война – это чудовищная придумка человечества, что так жить нельзя, что люди погибают ни за что. И вот здесь как раз, именно вот на этой стенке, то, как молодые люди понимают войну. Седьмого ноября мало кто помнит, что вот эти люди, это солдаты, которые с парада на Красной площади прямо вот туда, мимо вот этого храма, шли на фронт. А вот эта фотография сделана с третьего или четвертого этажа исторического музея. Когда мне говорят... Но... Студентка об этом узнала, у нас был разговор, и она как бы создала лист из отрывного календаря. Причем она его создала артистично, она создала его так, что взрослый дядя, не буду называть его имени, он сказал: «Миша, а где она взяла лист из этого, так сказать, отрывного календаря?» Блокада, блокада, посмотрите, этот хлеб, высохший хлеб, все просто, но как доходчиво и как верно. Да, я бы обратил внимание на слово «война», сделанное вот крестом бинт,
и в бинте вот эта вот прорезь этого слова «война». Это тоже такая находка, которая, ну, далеко не каждому может прийти в голову. Здесь два флага. Советский флаг и флаг российский. Обратите внимание, как художник разобрался с триколором. Значит, наверху Москва, 41-й год, на белом фоне. Почему на белом фоне? Да потому что зима. Внизу красный фон на Берлин. Это когда уже все было решено. А в середине на синем фоне советский флаг. Флаг, который был над Рейхстагом. То есть вот вам преемственность. Ничего подобного никто не сумел сделать. Почему-то победа идет под российским флагом. Я не против этого, но здесь идет некая подтасовка. Корова – это большое животное с четырьмя ногами по углам. Замечательно. Но сделать стол с выменем – вот это уже находка. Супруга увидела опусы из школьных сочинений. И она мне прочитала, я смеялся, она смеялась. И мне пришло в голову, что неплохо было бы посмеяться вместе со студентами. Почему? Потому что они на самом деле, ну, очень серьезно получая вот профессию художника здесь, они становятся не по возрасту взрослыми. Само по себе задание я сформулировал так. Нет такой глупости, которую нельзя было бы проиллюстрировать. Например, когда мы приезжаем с супругой в деревню, то или она, или я, кто быстрее, говорим, кругом было тихо, как будто все вымерли. Какая красота! И собака ушла с благодарностью, виляя хвостом. Немногие люди могли бы так сделать. Это же изумительная совершенно фраза. Причем она, как ни странно, приобретая иллюстративный план, она становится очень и очень поучительной. А Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. Вы понимаете, какая удивительная вещь, причем с историей вообще нашего российского государства, между прочим. Но дело все в том, что вот этот образ студент сделал не сразу. Это так кажется, что вот это произошло. И вот вам Петр Заломов, такой небритый, пьяный, идущий с папироской. Он где-то около 100 рисунков сделал, из которых мы выбрали именно этот образ. Ну вот, крестьянин был зажиточный. Он имел свиней и жену. Замечательно. Ну, здесь есть несколько фривольная ситуация, но она достаточно смешна. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли, что здесь была Маша. Вот вам, пожалуйста. Ну, папа Карло вырубил Буратино, это просто замечательно. У Пьера Безухова первые успехи в любви были плохие, он сразу женился. То есть устами младенцев глаголит, ну, не истина, но во всяком случае после этих слов появляется улыбка на лице, и это не так мало. Все-таки мы улыбаемся и так далее, но в принципе, обучение у нас серьезное, поэтому вот здесь, вот в этом ряду, такой изумительный совершенно художник Ганс
Гальбейн, который, ну, один из лучших портретистов мира. Причем его рисунки, они довольно-таки редко публикуются. А у меня вот от папы в наследстве остался альбом. И я этот альбом, он так сброшурован, что можно было каждый лист вынуть. Вот. И я раздал эти листы студентам с тем, чтобы они сделали копии. Это задание было, так сказать, двойного смысла, потому что портреты были сделаны в размер, с которым можно было еще и работать потом, сделав обложку альбома. Обложку альбома рисунков Гальбейна. Но уже включив в композицию шрифт, орнамент и цвет. Вот, допустим, здесь он черный, здесь этот цвет бумаги. Ну, короче говоря, это безумно сложно. С одной стороны, они рисуют портрет и учатся рисовать по-настоящему. С другой стороны, у них задание чисто графического дизайна. Я просто считаю, что любой предмет может быть основой для какого-то серьезного размышления, для парадокса, для того, чтобы, опять же, постоянно, если это касается студентов, что любой предмет может быть темой для того, чтобы развить в них игровое мышление. Вот это очень важно. И посему, ну а то, что сделано классно, то, конечно, всегда выстрелит, всегда выстрелит. И представим себе, у нас два раза в год приходят, академия приходит во главе с Церетели, приходят мэтры, приходят люди, которых уже ничем не удивишь. И вот они пришли несколько лет назад и увидели вот эти предметы. Будем так говорить, потому что называть это вешалками как-то уже и неудобно. И вот посмотрите вот на это. Мы уже прекрасно понимаем, что эти счеты – это уже позавчерашний день, что у людей есть такая аппаратура, которая в полсекунды расскажет, сколько он заработал за год и так далее и тому подобное. Но ностальгия – теперь вот посмотрите на эту вот вешалку. Ведь посмотрите, что тут происходит. Это, в принципе, уже не вешалка, это дорога жизни, которая усыпана розами. Но, к сожалению, он не успел здесь сделать шипы. Если бы были шипы, то это было бы все гораздо более серьезно. Ну, суши для народа, про которые мы говорили, действительно... суши для народа. На самом деле это тот самый слоган, который очень дорогого стоит. Но он висит вот здесь вот у нас. И, слава богу, ждет своего часа. Может быть, он выстрелит. Ну и одежда для народа. Это просто изумительный кусок этого самого дерева. И, пожалуйста, повесь свой пиджак сюда, чего хочешь. Вот. Тут вот есть один... Замечательный объект, который, вот смотрите, деревянная вешалка, которая проросла. Вот видите как? И это уже стало чем-то живым таким. То есть, опять же, какая-то новая жизнь у вешалки. Ну и так многое. Вот вам такая вот штучка очень нежная, девичья такая ситуация, когда мы видим шпильки, мы видим тут разные предметы для вышивания и так далее, и так далее. Но что еще здесь может быть? Поразительная совершенно вещь вот это. Вот это. И
вы ни за что не догадаетесь, что хотел автор. Получилось это или нет, я не знаю. Но мне не важно. Мне важно, какую задачу автор поставил. А задача поразительная – душа ежика. Красота спасет мир. Красота спасет мир. Ну вот это вот музыкальная вешалка, ключи. Музыкальный ключ, да, вот этот самый, и так далее. А здесь просто замечательно. Причем, если сделать небольшой крючочек, это же может быть в прихожей любого дома. И впервые пришедший человек, увидев это и поняв, почему и зачем эта музыкальная ситуация сложена, он улыбнется. И это самое главное. Значит, он войдет в дом уже с хорошим настроением. На этом плакате все написано. Произошли теракты в Москве. И я читал иностранную прессу и понял, что, ну, что теракты, ну, как бы это вещь, которая происходит в принципе в любой стране. И, ну, задумался на эту тему и решил, что нужно сделать плакат. Вот, и шел погруженный в эту тему. И по дороге встретил вот это сооружение. У нас тут недалеко от института, напротив Третьяковской галереи, огороженное. Потом, ну, вернулся туда, сфотографировал это и решил включить этот свой плакат. Вот, ну, этот плакат, как бы, он содержит несколько элементов, там еще вот разрывные ленты. Это очень красиво выглядит, но одновременно в этом есть что-то страшное, потому что они такие красные. То есть такой двойной знак у них есть. А сама тема, то есть вот этого плаката, то есть родилась у меня, я решил использовать список городов, как список, ну, это есть как списки после терактов, когда списки жертв, вот то же самое. И я начал копать в интернете, оказалось, что список гигантский. А ракетки – это ваша работа? Да, это тоже моя работа. Это у нас было задание такое – сделать маску. Вот, я сделал несколько разных масок, и вот это одни из них. Эти маски, и потом из них родился вот такой вот плакат. Ничто не кончено для того, кто жив. Вот вам, пожалуйста, несколько слов, которые на самом деле кому-то могут пригодиться. Пригодиться для того, чтобы не отчаиваться. Вот. А здесь изумительный совершенно Гёте. Лавровый венок – скорее символ страдания, чем славы. Попробуй с этим поспорь. Черчилль, пожалуйста. Причем обратите внимание, на каких фонах все это происходит. Тут уже начинают дети возникать. Как это сформировать? Как из этого сделать художественный образ? Кстати, вот эти слова, мне кажется, это просто должно быть очень крупно написано, но я не знаю где. Около Кремля ли, или еще там где-то. Ответственность – это цена, которую мы платим за власть. Ну, куда дальше? Следующий плакат как раз говорит о том же. О том же, что мудрость – это ум, настроенный на совести. Вот. И это замечательно. И, кстати, этот плакат тоже говорит кое о чем. «Коль добрый отец, люби его, коль зол, терпи». Карточный домик мы все знаем прекрасно. И все знаем прекрасно, что его очень трудно строить, а фу, дунул чуть, и все, и он разлетелся тут же. И вот вам сделанное наспех редко хорошо сделано. И вот он, карточный домик. А вот он, Джокер. Причем, почему Джокер? Да потому что вот эта игра, фиглярство вот это, на самом деле к хорошей работе не имеет никакого отношения. То есть ничто в данном случае не случайно. И от этого и получается и искусство. О ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе.
попробуй возрази. Оно ведь так. Но человек сформулировал, а художник ухитрился это написать над могилой самого Эмиля Кроткого. Вот это дорогого стоит, потому что художники-то молодые люди. «Места для инвалидов по совести» – это плакат, которому, по мнению Ильи, самое место в метро, там, где висит давно не действующий «Уступайте места». А, «Газуй будущее», да, это экологический плакат на тему электроавтомобилей, гибридных автомобилей, которые у нас в России абсолютно не обсуждаются. То есть я в шоке, потому что, как я узнал, что у нас мало того, что они практически не продаются, они еще продаются почему-то намного дороже, чем даже в Европе, не говоря уже про Америку. Вы знаете, когда я начинал преподавать, я боялся ходить в институт. Боялся, потому что я не знал, сумею ли я что-то дать. И вот это ощущение, что я не очень-то нужен для ребят, это меня, в общем, как-то сильно заземляло. Но у меня, слава богу, был очень хороший наставник. А сейчас я с удовольствием хожу к ребятам по одной простой причине – мне кажется, что я самого главного достиг в педагогике. Это когда они учатся у меня, а я учусь у них. И вот эта фраза, которую я раньше не очень-то понимал, а сейчас я ее принимаю целиком и полностью, что учитель научи ученика, чтобы было у кого потом учиться. И на самом деле здесь, когда я даю им задание, я не всегда могу все сделать сам. Как бы не хватает времени, еще чего-то. А размышления есть. Так я прихожу с этими размышлениями к ним, и мы начинаем вместе чего-то получать. И мне кажется, что почему ребята сюда ходят с удовольствием, именно потому, что они понимают, что мы творим вместе.